Здравствуйте. Для хранения червяка была использована банка из-под краски. Сейчас мы посмотрим, что произошло с червяком за 4 месяца. Червяк был переложен с помощью сухих листьев, перегноя и без дополнительной прикормки. Провел все это время в подполе при температуре около 5-6 градусов. В качестве перегноя использую сухие листья. Капуста. Вот в таком виде червяк хранился с ноября месяца. Сейчас у нас апрель. Как видим, он благополучно перезимовал, не сдох и фактически готов к употреблению прямо сейчас. Вот он живой червячок, не слишком большого размера. Но готов к употреблению рыбы. То есть таким способом можно хранить и более большое количество. Спасибо за внимание. До свидания.